Привет, ребята! Мы на канале Дитеку, и сегодня мы открываем киндеры. Киндеры! У нас скоро в Италии Пасха, и продают у вас все такие наборчики, типа да. Корзиночка. Да, а там еще птичка такая. Это цыпленок, наверное. Это будет коровка. Да. Это пекула. Это баранчик, да? Это баранчик. Это зайчик нас прийти. Зайчик, еще это... один баранчик и... Две. Божья коровка, да? Да, две. Две, да. Да. Давай, открываем, посмотрим, что там. Брелочек, да? Да, с карточками. У нас похоже был. Да? А это что-то? Это кисточка. Дай рисовать. Вот наша инструкция. Такой брелочек у нас да, с кисточкой. Брелочек, да. Потом две карточки. Одна красная, другая синяя. Да. И ты... должна помочить эту кисточку, провести по этим карточкам. И можно разукрашивать остальные картинки, да. которые нам попались там. И там, и здесь. И они вешаются на этот брелочек. Да, да. Там серия этих брелочков. Да. Леоне по-итальянски. Леоне, да. Да, а в этом? Это подставочка. Да, подставочка. А в этом киндере? На. Вот тут серия. Из зверюшек. Да? Лев, тигр, леопард. Да. А это попрыгулька, да, пружинка? Да. Да. Я хочу попробовать. Давай вставляй. Вставляй, она прыгает. Да? Покажи, покажи. Это такая маленькая фруська. Маленькая фруська? Покажи, маленькая фруська ты. Это мама? Да. И ее ребеночек? Кто да, это? Ребеночек. Я не могу понять, кто это. Покажи, Николь, кто это такие? Это коала. Это коала или кто это? Да. Никогда ездили в Париж. В Париж когда ездили? Да. И там такие были? Да. И не знаю. Может, мы в Монте-Карло когда ездили, там были такие? Да, Монте-Карло, наверное, здесь. Наверное. Вот, такая серия зверюшек, обезьянки, львы и лемуры. Нам попались лемуры, да? Да, лемуры. Мама и ребеночек, да? Да. Маленькие. Да, и деревце такое. Дерево. Покажи маму. Такая вот мама да, и ребеночек мама. Где? И ребеночек такой маленький. Маленький такой, ну, да? Маленький. Вот, давай открывай дальше наши киндеры. Давай. Я пока не могу понять, что там попалось. А, то, а ну покажи. А, это какая-то супер-пупер машина или мотоцикл, да? Да, в мотоцикл. Виде... В виде носорога какого-то? Нет? Сейчас я посмотрю. А, носорог попал сюда.
Да, мотоцикл, видимо, носорога, да, Николь? Да. Ну давай слаживайся, как инструкция показывает. Ой, мама. И там разные могут попасть. Да, носорог, лев и волк. Волк, да? И лев? Где? Угу. Сейчас посадим волк. А волк, это крокодил, волк? Нет, это не крокодил, это... Волк, это волк. А, да, точно крокодил. Я даже его не заметила, он там слился с травичкой. Это... Давай, покажи нашего носорога. Носорог. Наш носорог. Давай, покажи-ка, какой он. Покажи, покажи, поставь. Не успеваю. Не успеваю посмотреть, Николь. Ты ж какой прикольный. Ну давай следующий открывай. Последний киндер. Ну еще такого носорога у нас не было. И лемуров, да? Да. Все остальные попадались нам, а этих двух не было еще. И последний киндер. Да. Да. Открываю. Ну давай, в последнем точно должно что-то классное попасть. Да. Давай. Что такое? Что это? Скейт! Это не скейт, это не скейт. Нет, это не велосипед, это скейт. Да? Да, покажи инструкцию. Да, голубенький попался. Там еще красные есть в коллекции. Да, класс. Вот, что нам попалось. Брелочек такой. Пружинка такая смешная. Да, пружинка. Лев. Лев. Лемур. Лемур. Да, мама с ребеночком. Да. Потом такой... Необычный мотоцикл, да? Да. В виде носорога. Да, это скейт. Скейт. Да. Вот такая коллекция игрушечек нам попалась. Много. Тебе нравится? Да, да. Подписывайся на канал, сидите, пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, пока-пока.